Привет, друзья! Мы на территории парка Царицына. Перед вами фигурный мост. Это самая первая постройка архитектора Василия Баженова в усадьбе Царицына. Ее оформление выражало все архитектурные принципы, которые архитектор использовал при создании Царицынского ансамбля. Это уникальное и одно из самых красивых сооружений русского зодчества половины XVIII века. Название «фигурный» было дано самим Баженовым. Постройка создана в 1776 году. Несмотря на массивность, затейливый декор придает строению легкость и торжественность. За долгое существование фигурный мост не раз ремонтировался, но все проведенные работы не затронули его исторический вид. Фигурный мост – одно из лучших творений архитектора Василия Баженова в стиле неоготики. Белочка. Ты посмотри, какая прелесть. Скак их тут много, белочек. Надо ж, красавица мимо меня пробежала. Боковым зрением вижу, что кто-то там скачет. Такое красивое творение архитектора Василия Баженова. Усадьба Царицына. Очень много посетителей. Все фотографируются возле этой красоты. Как хорошо, что это все сохранено до наших времен. Очень красиво. Рядом с мостом табличка, на ней описание про этот мост, как называется, кем построен, когда. Сегодня пятница, очень много свадеб, все гуляют по парку, фотографируются, здорово. Красота, посмотрите. Хорошо, людей мало пока. Давайте прогуляемся по этому мосту. Да, мост реставрировали, все равно в некоторых местах кирпичи поотваливались частично. Очень жаль. Темное время включается подсветка. Очень здесь красиво. Может быть, как-нибудь приеду, сниму в темное время суток эту красоту. Открывается вид на пруд. Катаются на катамаранах, лодках.
парке очень чисто, ухожено. Виднеется большой дворец. Обязательно сниму видео про него и выставлю на нашем канале.